Тут ничего. А что это тут? Носки и крема для лица в одном ящике навалены. А в остальных ящиках порядок. Ты лазил? Отца нашего дворники опознали. Был здесь сегодня утром. В общем, у Никаса же племянница учится в нашем институте. Угу. Ну и сам он бывает периодически. Вот я его встретил в коридоре. Слово за слово он мне и жалуется, что его великого Никаса Спиридонова собственный агент обкрадывает. А я ему говорю, а зачем вам такой агент? Я вам другого могу предложить. Очаровательного, тонко чувствующего. Любящего корзиночки. Этого, конечно, я ему не сказал. Так что расплачиваться он с тобой будет в твердой валюте. Великолепно. Позвольте в благодарность пригласить вас вечером в ресторан. Дорогая, а может, тему еды пока закроем? Давай куда-нибудь прогуляемся. Сходим на выставку, например, Никаса Спиридонова. Давай, с удовольствием. Да, Елизочка. Сегодня... Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, приходите. Да, жду. Дорогая, звонила эта аспирантка, Элиза. Завтра она уезжает на 3 недели. У них там что-то дома срочное. И есть только вот сегодняшний вечер, чтобы исправить... замечания рецензентов. Альбин. Если у вас один вечер. Ну ты что, обиделась? Альбина! Альбин! Умерла от асфиксии, но признаков удушения нет. Это как? Астма. Задохнулась во время приступа. Так ингалятор на столе стоял. Вот, буквально, в 2 шагах. Здесь? Ага. И она им не воспользовалась. Ну, может быть, был такой сильный приступ, она не успела дотянуться? Или кто-то не дал ей дотянуться. Возможно, убийца пытался узнать, где тайник, и не дал ей ингалятор. Пытал. Это Скрябин. Тут Дубе пришла. Соцработница, которая Шумакову помогала. Заходите. Андрей, если я не нужна, я поеду. Кто еще приходил? Ну, Ванин. Да. Ванин этот подозрительный медбрат. Она с ним в больнице познакомилась. Он к ней с тех пор шастать начал. Поздняя любовь? Ему 25, ей 65. Какая любовь? Точно вам говорю, квартиру ее умыкнуть хотел. Ждал, пока у нее крыша поедет, а он бы ей бумаги на наследство и подсунул. А она что, этого не понимала? Не знаю. Смеялась. Говорила, нравится с молодежью общаться. А у этого Ванина были... материальные трудности? Да он сам. Одна большая материальная трудность. Даже мне денег должен. Андрей Васильевич, пробил по биллингу, этот Ванин звонил Гладилину накануне убийства. Вот. Адрес места жительства и место работы. Срочно. Понял. Вот, да? Угу. Ну? Ну. Легко же, ну. А я еще пить пыталась. Народные потешки. Знаете, для массажа самое оно.
Прекрасно. А, так, давай-ка одеваться. И сейчас пойдешь гулять с бабушкой, да? Да? Давай. Прыгай. Вот, умница. Ага, беги. После массажа можно гулять, да? С бабушкой можно. А укладывать спать бабушка умеет, Аня Мария? Умеет. Да? Да, у нас такая бабушка, она все умеет. Ну, может, этим как-нибудь воспользоваться? Сходить вечером в театр, например. Пойдете? Ваня. Ма, да где ты здесь был? А вот же он. Ваня, к тебе пришли. Александра Николаевна. Мы знакомы? Здравствуйте. Простите, я Артишевская Варвара Николаевна, бывшая жена Гладилина. Мы можем с вами переговорить? Вас ко мне Греков послал. Однозначно вы меня задержите, что даже гадалки не ходят. Вы уже задержаны. Защищайтесь. А толку? Алиби у меня нет. Я всю ночь в гараже проторчал со старушкой. Так, может быть, она подтвердит алиби? Это машина моя. От деда досталась. Хотя, знаете, я так часто и мотор перебираю, что могла бы подтвердить, да, но вряд ли. Это ваши пальчики с ингалятора Шумаковой. Не надо трогать. Странно было бы, если бы их там не было. Вы думаете, кто этот ингалятор каждый раз подавал? А ваши отпечатки на тайнике тоже сможете объяснить? Хорошо. Представьте себе Валентину Ивановну, которая сама лично на станке пазы для фальшивого дна выпиливает. Представили? Ну, разумеется, я этот тайник делал. Она мне где-то месяц назад, может, полтора месяца назад попросила. Проверьте, инструменты все в гараже лежат. Что? Есть какие-то ко мне еще вопросы, на которые я не смогу ответить? Или все-таки здравый смысл восторжествует, и я могу идти? Вера, что случилось? Надеюсь, случился твой разговор с сыном. Ты с Митей поговорил? Ты издеваешься, я на работе. Ты вечно на работе. И будешь на работе, когда я твоему сыну передатчики буду носить. Слушайте, зачем вдруг Шумаковой понадобился тайник? Жила, и тут вдруг... И вдруг? Вдруг приходит Гладилин, говорит, вот тебе 2,5 миллиона, продай дневник. Что бы сделали? Я бы продал. Для Валентины Ивановны это была память. То, что дороже денег. Послушайте, если бы я захотел дневник украсть, я бы и так его украл. Убивать меня зачем? Ну, чтобы она заявление в полицию не написала. Знаете что, Ванин? Не убедили. Не верю. Задерживаю вас на 48 часов. Проводи в номер. Руки за спину. Пошли. Митька, привет. У меня есть час, чтобы ты мне объяснил, почему на тебя пишут заявление в полицию. Да, в полицию. Хорошо, встретимся там. И не опаздывай, пожалуйста.
И после того, что случилось... Варвара Николаевна, вы не волнуйтесь. Полиция обязательно найдет убийцу. Я знаю, я не сомневаюсь. Но я хочу помочь. Но я же не могу просто так сидеть и ничего не делать. Александра Николаевна, ну вы же самый творческий человек. Ну помогайте полиции. Ведь здесь важна мотивация. А у меня сильнейшая мотивация. Кто-то убил моего близкого друга. Да, но чем вы можете помочь? Господи, да, да чем угодно, связями, например. Я же писатель, я вращаюсь в самых разных кругах. Я знаю всех друзей Бори, знакомых. А может быть, тогда вы знаете, почему Борису было так важно купить дневник прадеда Шумакова? Не знаю. Но я узнаю. Боре в этом деле помогал Матвей. И он точно должен что-то знать. Я непременно с ним переговорю. Ну да, тут можно уточнить источник информации. Ну, это понятно. Так. Ага. А вот это замечание не стоит оспаривать. Тут действительно может быть двоякое прочтение. Где? Извините, Лизочка, извините, но... Как же это я совсем неуклюжий какой-то стал, я... О, боже. Так, мне надо позвонить Альбине. Она должна сказать, где взять одежду, ну, чтобы поменять временно. Ой. Да не надо никому звонить. Ну, что мы с вами, разве сами не справимся? Ну, что-нибудь обязательно придумаем. Пап, это Доминика, моя одноклассница. Очень приятно. Ну, что случилось? Да ничего особенного. Все дерутся. Ты тоже в школе дрался, наверное. От темы не уходи. Из-за рядовой ситуации директор вызывать бы не стал. Ну, может, не все считают ее рядовой. У меня мало времени, терпение заканчивается. Ну, из-за меня они подрались, из-за меня. Фомин Шалава меня назвал и сказал, что за 100 баксов я хоть с кем пересплю. Митька заступился. Теперь ясно. Ну, и что теперь делать? Ну, с Фоминым разберемся. А ты молодец, сын. Герой. Клевый прикид. Пока. Ну, я же говорил, нормально. Ну, что, в кино? Свободен путь под Фермопилами на все четыре стороны. И Греция цветет могилами, как будто не было войны. Еврипид прекрасен. Еврипид прекрасен. Но написал это Георгий Иванов. Здрасте. Что здесь происходит? Да вот, Элиза пролила кофе на себя. Ну, пришлось кое-что дать из своего шкафа. А ты что подумала? Подумала, ты мне ужин готовишь. Да, Эрдель, гений кулинарии. Ну, я просто сделал Элизе бутерброд. Но какой? Нет, серьезно, вы должны дать мне рецепт. Помидоры, огурцы, что там, авокадо было? Дорогая, тебе салат положить? Гений кулинарии точно делал салат для меня, или я просто зашла вовремя? Эрдель, мясо поставил в духовку запекать. Чувствуете запах? Действительно, что-то висит в воздухе. Аромат прованских трав. Это я приправу принесла.
Вердель любит пуантилистов и в завершении французской темы... Боюсь, по рецепту этому мясу томится еще часа два. Я не тороплюсь. Она не торопится. Извините, а у меня дела. Ваша блузка, наверное, уже высохла. Она в ванной на батарее. Идемте, я вас провожу. Не беспокойтесь, я знаю, где ванная. Так ты выяснил, что там? Из-за чего драка была? Да, все нормально. Митка, как настоящий пацан, заступился за девчонку. Я бы на его месте точно так же поступил. Что? Не поняла. Машинку выключи, не слышишь ничего же. Ну? Драка из-за девчонки была. Зовут Доминик. Еще девочка. Он в институт отказался поступать, в который 3 года готовился. А теперь еще и девочка. Вера, я устал. Конечно, ты устал. Ты от меня устал, от детей устал. Сейчас он завалит ЕГЭ и пойдет в армию. Вер, честное слово, я очень устал. Давай завтра. Спокойной ночи. Проводил. Давай поужинаем. Альбин, ну она пролила на себя кофе. Ну что я должен был делать? А знаешь, почему она пролила на себя кофе? Потому что ты ей его налил. А налил ты его, потому что пригласил домой. И не говори, что это входит в обязанность научного руководителя. Альбин, ну ты драматизируешь. Я? Да я еще даже не начинала. Давай просто поужинаем. У меня аллергия на прованские травы. Уже здесь? Я надеюсь, у тебя хорошие новости? Ну, не знаю. Сосед Ванина, таксист, прогревал машину в 4 утра и видел, как Ванин возвращался домой. Ага. А того хромого с камер около 5 видел дворник. В общем, ничего не сходится. Плохо, Белкин. Очень плохо. Мы до сих пор не знаем, кто этот псих и что он пытается нам сказать. Ну... Но мы понимаем, что этот кто-то из ближайшего окружения Гладилин. И что он верит в мистику рукописи Скрябина не меньше Гладилина. Матвей. Значит, вы были знакомы с Шумаковой и с Ваниным тоже? Ну да, Боря нас познакомил, Гладилин. Потерпевший. Угу. Что вы делали в среду вечером после 18:00? Среда, позавчера. Работал. Ну да, работал над книгой. Я же предпочитаю писать по ночам и где-то в 6 вечера сажусь. Но никто этого подтвердить не может, да? Ну, я слышал, полиция может проверить камеры на подъезде. Там же видно, когда я входил, когда выходил. Вы теоретически подкованный писатель. Детективы пишете? Бывает. Простите, это ваша книга? Я вас попросил ничего не трогать. Выполнив заказ, киллер поднялся на последний этаж. Замок чердачной двери уже был предусмотрительно открыт. Убийца в последний раз оглянулся и скрылся в темноте чердака. И что вам не нравится?
Хорошо пишет. Мы же ее изымем как вещдок? Или придется покупать? Ну что, замок чердака вскрыли отмычками, а следы по крыше вон до того подъезда крайнего. 42-й размер. Я все думаю, что же он сам про камеры вспомнил? Знал, что на них чисто. Так он, может быть, еще и замаскировался, когда из подъезда выходил. Значит так, начинаем слежку, слушаем телефон, изучаем видео с камеры. Сдается мне, это писатель реалист. В своем дневнике Данишевский описал события последних дней жизни Скрябина. Его с ним разговоры, посетители, которых Скрябин принимал. Откуда уж это Боря выяснил, Матвей не знает. А что именно интересовало Бориса? Этого Матвей тоже не знает. Но Боря очень хотел заполучить этот дневник. Поэтому злился на Шумакова, которая отказалась его продать. Матвей по поручению Бориса несколько раз встречался с близким другом Шумаковой, чтобы через него как-то подействовать на нее, чтобы она хотя бы позволила копии сделать. Но она уперлась и все. Еле удалось уговорить, чтобы письма прадеда показать. А как зовут этого друга? Матвей знает? Это медбрат ее, патронажный. Иван Ванин. Андрей, мне нужно найти одного человека. Ничего себе. Здравствуйте. Я вам еды принесла. Надеюсь, внутри напильник? Напильник забрала администрация. Чем могу быть вам полезен? Скажите, пожалуйста, вы читали дневник Данишевского? Там, может быть, нет, там точно должны быть зацепки. Конечно, читал. Я его практически наизусть выучил. Существует такая легенда, и Валентина Ивановна мне тоже верила, что Скрябин перед смертью начал переработку черной мессы. И новый вариант отдал кому-то из тех, с кем общался в последние дни. Ну, мы пытались там вычислить души приказчика, собирали информацию. В меру сил, конечно, через интернет там много не найдешь. Поэтому дневник читал я часто и хорошо помню, с кем Скрябин общался. Так вот, зачем ему нужен был дневник? Кому? Неважно. А Валентина Ивановна от кого узнала о легенде? От отца. При этом, насколько я понял, существует несколько разных вариантов, которые Скрябин раздал разным людям, завещав хранить их, пока не явится его инкарнация. Валентина Ивановна поэтому не хотела продавать дневник, чтобы завещание Скрябина из-за денег не растерпанили. Вы не могли бы мне написать, с кем общался Скрябин? Хорошо. Там упоминается Е. Алова. Елена Алова, поэма «Огня»? Конечно. Знаменитый спирит, философ. Алло, Андрей, помнишь, ты мне о теософе рассказывал, с которым консультировался Гладилин? Ну и что мы здесь делаем? О, Александр Николаевна, я тоже рад вас видеть. Козлов не в себе, Андрей Васильевич просил проследить. За кем? За ним или за мной? За ситуацией. Ясно. Ну, пойдемте. Вдвоем веселее. Здрасте. Вот. Тетрадь Елены Евгеньевны Аловой.
уникальная вещь. А что это за язык? Ангельский. Или демонический. В любом случае, нам с Борисом разгадать его не удалось. Хотя мы очень старались. Нет идеи, что тут зашифровано? Скрябин передавал Аловой какие-то тексты, мантры, стихи, что-то такое. Что-то, что должно было сопровождать исполнение черной мессы. Как интересно. Значит, музыку и текст они использовали. А изобразительное искусство им в астрал попасть не помогало? А чего же? Насколько я знаю, Алова как раз занималась этой темой. Ясновидение в сочетании с яснослышанием. Цвета музыка, понимаете? Скажите, пожалуйста, а вы не знаете, кого еще из друзей Скрябина могла знать Алова? Может быть, у них остались часть рукописи? Нет. Я боюсь, что это могла знать только Елена Евгеньевна. Жалко, что у нее уже нельзя ничего спросить. Почему нельзя? Можно. Валерий Георгиевич, здравствуйте. Я Андрей Васильевич. Отец Мити. Митя, который сломал нос в вашем сыне. Ты что, пришел извиняться? Ну, мы же с вами взрослые люди и понимаем, что в их возрасте адреналин зашкаливает. Мы, например, все детство дрались. Я прошу вас не писать заявление. Просишь, значит. А извиняться будешь? Примите мои извинения за то, что мой сын Дмитрий сломал вашему сыну нос. Это все? А вы не будете писать заявление? Конечно, буду. Не хватало, чтобы всякие уроды руки свои распускали. Вообще-то ваш сын тоже был неправ. Не по барабану. У тебя все? Круг друзей един с тобой. Блаженный дух, прерви покой. О, дух, здесь ли ты? Готов отвечать на наши вопросы? Гладилин нашел партитуру «Черная месса»? Украл партитуру? У кого? У
Цыпин. Кто такой Цыпин? Подожди, кто убил Гладилина? Дух сказал, на сегодня хватит. Да проходимец он, скорее всего, фокусник. Ногой он эту стрелку двигал или что там было? Фамилия. Он назвал фамилию. Ну, мало ли, какая-то там фамилия. Нет, это не какая-то там фамилия. Подожди. Сейчас. Да. Его упоминал Ванин. Цыпин. Дирижер. Андрей, ты уже слышал про Цыпина? Все, ладно, проверю. Как вы духов вызывали? А куда сегодня пойдете? Ночью на кладбище кошек в жертву приносите? Да, он фокусник. Просто он фокусник, который знает, что Гладилин спер партитуру у Цыпина Евгения Александровича. Все, я не ерничаю. Вечером сегодня заеду. А, Б. Нет, малыш, это не буквы. Это рисунки. Смотри. Видишь? Ну все. Больше не течет. Что касается Цыпина, он был дирижером и профессором в Московской консерватории. В 36-м году его осудили по 58-й. Умер в лагерях. Посмертно реабилитирован. Его архив передали в Российский национальный музей музыки. Спасибо большое. Ну, дядя Андрей нам кран починил. Скажем ему спасибо, до свидания. А на Маричке пора спать. Значит, все-таки заботишься о ребенке. Хорошо. А что, есть какие-то другие сведения? Ну, просто не каждая мать позволит своему ребенку общаться с алкоголиком. А Милюхина уволили из детской хирургии за хронический алкоголизм. Он тебе не сказал? Андрей, тебе пора. Я знаю, что мне пора. Значит так, я не желаю, чтобы мой ребенок общался черт знает с кем. Это твоя жизнь. Ты вольна делать все, что угодно. Но... Греков? Имей в виду, алкоголиков бывших не бывает. Алгебра. Мить, а кто такая Доминика? Это сейчас так важно? Для меня, да. На самом деле ее зовут Даша. Это девочка из параллельного класса. Да, она мне нравится. Нет, я не буду тратить на нее свое драгоценное время, потому что у меня на носу поступление, потому что я хочу поступить в институт, стать высококлассным дизайнером и получать за работу большие деньги. Нет, я не пущу свою жизнь под откос ради какого-то школьного романа. Ты это хотела услышать, да?
С тобой невозможно разговаривать. Так, на спектакле оказался аншлаг, но я последние два билета отхватил. Это была ошибка. Театр? Вообще, все. И, пожалуйста, сюда больше не приходите. А что я успел сделать не так? Вы мне соврали. Вас же уволили не из-за конфликта с начальством. Вы пили? Да, я пил. Все гораздо сложнее, да? Дайте мне... Выслушайте меня, Саша! А у вас паспорт с собой? А то у них в архивах строго без паспорта могут не пустить. Музыканты, а туда же. Паспорт с собой. О, ура. Посмотрите. Тут по описи папка номер 7. 44 прошитых и пронумерованных листа. То есть это что получается? Буря взял эти 44 прошитых и пронумерованных листа, а вместо них... А если это и была оригинальная партитура Скрябина? Да нет. Вряд ли он ноты самого Цыпина украл. Это рука Скрябина. Саша, вы уверены? Я видела в монографии Бориса сканы оригиналов Скрябина. Но это еще не все. Вот. Да. Угу. Лучи. Это строка для цвета светового аппарата, который изобрел Скрябин для сопровождения поэмы Прометея. Да-да, я знаю. Скрябин изобрел цветомузыку, да. Но там одна строка, а здесь две. Скрипичный и басовый ключ. Так. И что это значит? Позвонили. Матвею позвонили только что. Хмырь какой-то с неизвестного номера требовал деньги, назначил встречу через час. На кого оформлен номер? На какую-то женщину из Челябинска. Дворованный он точно, просто не хочет палиться. Едем. Этот светосветовой аппарат изготовили по собственным эскизам композитора для сопровождения исполнения симфонической поэмы «Прометей». «Прометей» стал первым в мире светомузыкальным произведением. Скрябин ввел в партитуру партию света, записанную обычными нотами и предназначенную для исполнения на световой клавиатуре. Для друзей Скрябин играл Прометея на рояле, а его супруга исполняла партию света. Шторы в это время опускали, и гости любовались игрой оттенков. Каждой кнопке аппарата соответствует клавише рояля первой октавы. До, до диез, ре диез и так далее. Октава — это 12 клавиш. Здесь явно больше задействовано. Может, это какая-то другая партитура, не для светомузыки? Написано «Лучи». Я думаю, это партитура света просто для другого инструмента.
Видимо, Скрябин разработал еще один светомузыкальный аппарат с другой клавиатурой. Продолжим? Извините. Приветствую. Приветствую. Все нормально? Все получилось? Да. Передал ему что-то. Берем? Погоди, Раныч. Давай, работаем. Гуляем? Вы здесь меня нашли? Что на этот раз нужно? Хочу знать, что вы купили у этого человека. Пойдем, пойдем. Сейчас поговорим. Пройдемте, пожалуйста. Я спрашиваю, литературные негры, они что, не люди? Мы тоже, между прочим, кушать хотим. Я ему так и сказал. Денег не будет, и текста не будет. И давно за него пишете? Да уж прилично. А почему с чужого телефона звонили? Так утопил я свой. А там телефон издателя забит был. Мою книжку обещал издать. А я телефон утопил в унитазе. Вот с Нинкиного и позвонил. Нинка, жена моя. Да, Щукин. Что? Какой еще Маринич? Адрес какой? У Гладилина были ноты. Он украл их у Цыпина. Скрябин оставил их Цыпину, потому что тот был музыкант. Алова. Алова Теосов. Ей достались слова. Вопрос. Кому Скрябин мог доверить свой аппарат? Какому-нибудь инженеру? В нашем списке есть инженеры? Инженер Лазарев и физик Парамонов. Но кому из них он доверил свою машину? Ведь если я правильно понимаю логику преступника, он сейчас пойдет к тому, кто владеет аппаратом?